Если не хочешь, чтобы я раскроил тебе череп, скажи, как попасть в лабораторию? Я рассказал вам все, что знаю. Пошли. Джейс Келл, надо уходить. Черт. Так, слушай. Мой позывной Номад. Наш отряд прислали выяснить, что творится на Ауро. Фокс сказал, тебе можно верить. Я в этом не уверен. Но те, кто охотится на тебя, хотят убить и меня. Так что мы можем помочь друг другу. Фокс заодно с Аяной Пури. Она же теперь директор. Работает на этих скотов. Нет. Он в пещере с Мэтсом Шульцем. В пещере? Ну там, там не так уж плохо. Я возьму твои вещи. Пойдем. Давай, надо уходить. Я виноват. Во всем. Но есть выход. Да. С помощью дронов. Операция «Цитадель». Сейчас «Цитадель» не дает нам уйти. Но она может освободить Ауро. Скажи мне, какое отношение к этому имеет Уокер? Он был наш военный советник. Он возглавил переворот. Ему нужны были только дроны. А я считал его другом. Да. Я тоже. У меня аж слеза навернулась. Пошел, пошел, пошел! Уокер. Джосайя? Рад, что ты цел, Номад.
Такая приятная встреча. Ты старался, чтобы ее не было. Пойми, Номад, тут ничего личного. У него есть важная цель. Достойная цель. Джасай, не будь дураком, он же предатель. Но он революционер. И мы знаем, как сделать мир лучше. Ты убил моих ребят. Убил Уивера. Мы стали воинами, какими должны были стать. Твои хозяева, они ни во что не верят. Ты можешь присоединиться к нам. Отдай нам Джейса. И все. Ты выдашь меня им? Нет. Старина Номад. Все те же принципы. Пуля непробиваемая. Да черта с два. Надо выбираться. Через шахту. Там же ядовитые газы. Мы умрем. Здесь мы точно умрем. Сейчас стелла доставим. Безопасное место. Так, пошли тем. Пошли стелла, только он там. Ага, все. Ага. Охренеть! Очередной. Мэтт, это Джейс Келл. Глава Скелтек. Да знаю я, кто это. Сколько мы соседи? М? А ты нас заметил только когда тебя прижало? Я был неправ. Я думал, вы хотите, чтобы вас не трогали. Рад познакомиться. Да. Фокс был прав. Это не Скелл прислал на остров Сентинел. Это Уокер. Теперь они ищут Скелла. Он знает, как вырубить дроны. Считаешь умно притащить его сюда? Мне отдать его волкам? Волки придут сюда за ним. Джейс! О, Хармони. Ты как? Не ранена? Нет. Мы так скучали. Ты останешься с нами? Хармони, я не знаю. Мэтс, ты разрешишь? Он должен остаться. Да, хорошо. Ладно, ладно, ладно. Пускай остается. Клево. Включим твой компьютер. Мэтт, спасибо. Я сделаю для вас все, что смогу. Обещаю. Вы все уже заставили своими чертовыми компьютерами. Кстати говоря, ее отец хотел тебе что-то показать. Посмотрим, что ты нам расскажет. Ладно, гений. Давай, излагай свой план. Я могу воспользоваться уязвимостью в диспетчере дронов и перехватить контроль над сектором охранного периметра. Но мне нужна помощь. Надо найти старшего инженера. Надо проследить, чтобы они не закрыли бэкдор. И еще надо раздобыть копию нашего нового ИИ. Так, следующее задание... Закон Блэка. Интересно, у них основное задание так проходит быстро.
Бэкдор, уязвимость в программе, не должны закрыть. Трейстоун знает о ней. Ей занимались наши спецы по компьютерной безопасности. Угу. Это те люди, которых он приказал посадить в машину. Значит, он снова им это поручил. Я их освобожу. Где они могут быть? Есть лаборатория, где расположены их серверы. Их тоже надо уничтожить, чтобы никто не смог завершить работу. Ясно. Так, что опять с ним можно общаться, что ли? Что там с этим ИИ? Чтобы перехватить управление, нам нужно внедрить этот ИИ в диспетчер дронов. ИИ разрабатывали в нашем комплексе на острове Темный лес. Он стоит на берегу Темный озера лес. Святого Патрика. Угу. Тебе известно, сколько бойцов там держит Сентинел? Известно. Много. Куча солдат, все под наблюдением. Понятно. Ну и как мне достать этот ИИ? Найди Кристину Кромвелл. Когда у Грейс Мэддокс, нашего ведущего специалиста, возник конфликт с начальством, ее сменила Кромвелл. Мэддокс гений. Мэддокс. Но Кромвелл знает этот ИИ от Мэддокс гений. Я надеюсь, она нам поможет. Поможет. Так, пообщались или еще что-то там не выяснили? Защитная система, отношения с Уокером. Как хорошо ты знал Уокера. Да. Он помог навести порядок. Мы наняли его военным советником после того теракта. Угу. Мы тогда еще оплакивали погибших друзей. Угу. И вот приходит этот герой. Такой уверенный в себе, харизматичный. Как... телезвезда или вроде того. Да. Обаяние ему не занимать. После ухода из армии он несколько изменился. Он об этом не рассказывал. Гриф секретности. Мерзкая была история. Так, дальше. Проект Омега. Что такое? Слушай, гений. Я всегда думал, ты пацифист. Что ж ты стал делать... боевые дроны смертельного поражения. Все моя наивность. Я всегда верил в лучшее в людях. Так. А потом произошел тот теракт, и я обратился не к тем, кому следовал. Повелся на их логику. Хочешь мира, готовься к войне. Отлично. Стоун даже так не говорил. Разве у Господа врата в рай не стерегут ангелы-мстители? И все равно что-то в этом было не то. Мы создаем рай на земле, и мы не боги. Так ты поэтому держал проект Омега в тайне? А то ведь можно подумать, это была такая пиар-стратегия. Изображаешь пацифиста, а сам стрижешь бабки на оружие. Пиар тоже важен. Но ведь ты пристегиваешься в машине не потому, что планируешь попасть в аварию. Осторожность не помешает. Ага. Меня интересует Паула Мадера. Давно ты ее знаешь? Много лет. Я нанял ее сразу после магистратуры. Точнее, еще когда она училась. Ей было всего 20, но она была талантище. Я понял, что с ней можно начать разработку продвинутых дронов Скелтек. Но вы друзья или вас связывали другие отношения? Я просто чего-то не понимаю. Мне кажется, она так и не научилась приспосабливаться. Ей не нравилось работать с Уокером. Да и я повел себя не лучшим образом. Нам бы с ней поговорить по душам. Ты не ответил на вопрос. Было обидно. Она одной из первых поверила в мои идеи. А еще, выходит, она была права. Она сразу раскусила Уокера. Его чары на нее не подействовали. Но я ее не послушал. Фокс сказал, ты его лучший друг. Да, я как-то не думал, но выходит, и он мой тоже. В такие времена друзей можно по пальцам пересчитать. Вы давно знакомы? Вы вместе учились, что ли? Нет. Пару лет назад я нанял его консультантом. Он занимался проблемой перебора.
Это мне ни о чем не говорит. Это из математики, из теории алгоритмов. Но Фокс взялся за дело с таким энтузиазмом, что я решил расширить его роль. Он участвовал в работе над всеми невоенными проектами Скелтека. Что не говори, ценный кадр. Бесспорно. Гений, что это за барьер вокруг Кауруа? Периметр дронов. Операция «Цитадель». Кажется, название Уокер придумал. И никаких лазеек? Периметр состоит из множества сопряженных секторов. В каждом секторе свой рой. Роями управляют искусственные интеллекты через локальные радиорелейные станции. Разведывательная система, да? Но она сбила мой вертолет без единого выстрела. Раи, они состоят из десятков крохотных дронов, которые движутся, как стая птиц. Вы создали птиц-убийц? Нет. Мы создали искусственных птиц на замену пчелам. Опылителей. Это Стоун и Уокер превратили их в оружие и выставили смертельный периметр. Кто ж так делает? Те, кто ищет власти. Вы бы хоть задумались, что нужно вашим клиентам? Гений, что это за барьер в... Периметр дронов. И никаких лазеек? Так. Машинку здесь нам подогнали. Там в той части Wildlands тоже была какая-то машинка. Это Porsche, кажется, а там был Lamborghini или Ferrari. Вот как на этой машине ездить по этим вот полям вообще просто. Виноградники. Полетелся. Мирный какой-то, видимо, житель. Здрасте. Мне нужно попасть в это место. Поможете мне? Вот поможет. В этом месте вы найдете то, что вам нужно. Спасибо. Будьте здоровы. Отлично. Показали, в какое-то место нужно попасть. Ничего больше такого здесь я не вижу. Ага, вижу. Так, это снайпера, видимо, там. Это, блин. Не показывается, на них надо. Собака. Так, а ну еще раз. Есть. Есть. Сейчас еще один. Кажется, все. Нет, не все. А он, кажется, хотя не кажется, дрон летит. Это наш, не наш, не знаю. Наш. Надо скорее отсюда. Ходу, ходу. Какая стала война? Ничего такого раньше не было. Стреляли. А сейчас дроны. Привет, друг. Я ищу твою соседку, Паулу Мадеру. О, я ее давно уже не видел. Она куда-то уехала. Вроде бы в Сентинеле уже нашли ей замену. Кто знает, где сейчас Паула? Она встречалась в парламенте с каким-то парнем. Дайгора. Судя по всему, с одним из этих активистов. Спасибо. Так, все, вышел я наконец из этого лагеря.
Полу Мадеру, инженера по дронам. О чем ты? Она делает дроны, как те, которые летают тут и убивают людей. Вот что. Никого не слушай. Она бы не стала работать на Сентинел. Она одна из нас. Она изгой. И посмелее многих. Зачем тогда она делала дроны? А ты вообще кто? Спокойно. Я друг. Я с одного из сбитых вертолетов. Пойдем в убежище. Там поговорим. Как тебя зовут? А как тебя? Дайгора Ито. Как тебя занесло на самый технологичный остров на Земле, если ты не любишь технику? Я не лудит. Я просто против трансгуманизма. Это когда ты больше, чем человек? Больше не человек. Наш девиз, один из них, помните о неандертальцах. У неандертальцев и современных людей общий предок. Но люди в итоге их истребили. Ну, поспособствовали их вымиранию. Пока что меня волнует, как бы меня не истребили другие люди. Так ты скажешь мне, где Паула Мадера? Она хороший человек. Зачем она тебе? Мы хотим отключить сектор охранного периметра. Нужна ее помощь. Ее имя упоминали в связи с запретной зоной 1. Может, она там? Теперь мы знаем, где она. Видимо, она и делает для Сентинела дроны. Скоты! Ты ведь вызволишь ее оттуда? Мне плевать, какой ценой. Спокойно. Я разберусь.